Звезда Давида и белокрылый аист, колодец журавль и яркие бабочки – это лишь малая часть ландшафтного дизайна, который сегодня украшает территорию Бобруйска-Громаша. Трудовые будни рабочих и специалистов решили раскрасить конкурсом на лучшее оформление клумбы. Было принято решение руководством, в частности директором предприятия, о проведении конкурса на лучшую клумбу. Цель этого конкурса – это создание эстетически благоприятных условий для работы коллектива, это озеленение территории и в целом, чтобы наша территория была еще краше. Творческое состязание проводится в два этапа. В мае участники конкурса разбивали клумбы и высаживали растения. При создании архитектурных форм сотрудники предприятия использовали вторичные материалы – сварные конструкции, дерево и разные сорта цветов. Комиссия оценивала зеленые островки по нескольким критериям – от композиционного построения до наличия оригинальных и необычных соцветий. Финал справедливо прошли все. Полет фантазии у наших людей совершенно не знает границ, потому что кто-то делал какие-то конструкции, кто-то делал какие-то водопадики, кто-то делал колодцы. То есть, ну, очень и очень много разнообразных решений творческих, и не только по архитектурным формам, но и в плане растений. Абсолютно все участники конкурса получат памятные подарки. Ну а тройку победителей, которые определят 28 июня, ждут необычные призы. Людмила Любимцева, Максим Кембель, Елена Кутузова, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.